Вопросы земельно-имущественных отношений обсудили в Люберцах в рамках выездного семинара-совещания. Во встрече приняли участие представители Министерства имущественных отношений Московской области. Одной из главных тем обсуждения стал вопрос предоставления участков многодетным семьям. Заседание началось с выступления Андрея Веркиева, министра имущественных отношений Подмосковья. Он отметил чистоту и порядок на дорогах Люберец и вдоль тротуаров. Помимо этого, на встрече обсудили вопросы деятельности апелляционной комиссии Росреестра Московской области, а также вопросы защиты прав потребителей. Подняли и проблему неучтенных объектов имущества, работа с которыми ведется еще с прошлого года. Поэтому мы сейчас и начали эту работу для того, чтобы такие дома найти, такие объекты найти. Дальше найти их владельцев, сказать им, проинформировать их о том, что так вот неправильно поступать, что все-таки необходимо свой такой вот дом оформить, зарегистрировать. Очень бы хотелось поблагодарить Владимира Петровича, потому что люберцы вот у нас здесь вот действительно в этом вопросе ответственно подошли. Хозяевам земельных участков оказывается помощь в оформлении имущества. Процесс происходит по упрощенной схеме при согласовании с БТИ. В Подмосковье за прошедшее время было найдено и отправлено на регистрацию порядка 150 тысяч объектов. Земельного вопроса коснулись и в отношении многодетных семей. Здесь люберцы также получили положительную оценку министра. Он обратил внимание, что несмотря на небольшую площадь округа, вопрос с предоставлением участков решается быстро за счет договора с соседним Раменским районом. Кристина Манасарян, телеканал ЛРТ.